В Северном Казахстане активно идет массовая вакцинация медиков. В прививочном пункте номер 3 ее получили более 200 человек. Всего по области 1025. Все они сотрудники медучреждений. Сабира Даирова одна из них. Она поделилась своей историей, рассказала о побочных эффектах и как долго они длились. С подробностями Айгерим Муканова. Сабира Даирова прививку от коронавируса получила 2 февраля. В первые 2 дня никаких побочных эффектов не ощутила. На 3-й появилось легкое недомогание. Сейчас чувствует себя комфортно. 23 февраля получит 2-ю дозу вакцины. Она усилит действие 1-й. Никаких побочных эффектов я за собой не чувствовала. И даже место вакцинации, если честно сказать, место вакцинации потеряла. Потому что не было никаких покраснений, ничего не было. На прививочный пункт номер 3 выделено 230 доз вакцины. Прививку здесь получают сотрудники областного перинатального центра, фтизиопульмонологии, многопрофильной областной больницы и 3-й поликлиники. Из работников последней выявили коронавирус за период пандемии лишь у 60. Всего там трудится больше 400 человек. С начала вакцинации укол получили 20. Из получивших где-то 30%, я хочу сказать, было первые 2 дня было немножко повышение температуры до 38, было просто недомогание. На 2-й, 3-й день у некоторых появились покраснения. Покраснения появились на месте вакцинации. А таких сильных побочных реакций мы не наблюдали. За 10 дней прививочной кампании вакцину от коронавируса получили 1025 человек. Айгерим Муканова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.